Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами готовим очень вкусные малосольные помидорчики. Это не консервация, такие помидорчики я готовлю все лето, и они не надоедают. Сейчас я вам расскажу, как их приготовить. Помидорчики для засолки лучше брать не крупные. У меня вот такие вот помидоры, здесь килограмм 200 грамм. Вначале готовим заливочку. В кастрюлю налила литр воды, добавляю столовую ложку с небольшим верхом крупной соли и ставлю это все на огонь, чтобы закипело. В другую кастрюльку крупно нарезаю чеснок. Точное количество ингредиентов я укажу под видео. Дальше в кастрюльку укладываю помидоры, кладу горький перец. Если вы любите помидоры поострее, каждую перчинку можно разрезать еще пополам. Сверху накрываю зеленью петрушки. Также можно вместо петрушки брать листики сельдерея. Рассол закипел, я дала ему еще провариться одну минутку и кипящим рассолом заливаю кастрюльку с помидорами и зеленью. Накрываю кастрюльку с помидорами крышечкой. В отличие от малосольных огурцов, здесь не надо придавливать их крышкой, они не должны быть хрустящими, как огурчики. Накрыла крышечкой и стоят при комнатной температуре одни сутки. Помидорчики простояли сутки при комнатной температуре, они просолились только снаружи, серединка еще не соленая. Поэтому я их опять накрываю крышечкой и ставлю в холодильник на 2 дня. За это время помидоры полностью просолятся и будут очень вкусными. Вот такие очень вкусные, ароматные малосольные помидорчики получились. По мере съедания помидор в этот же рассол можно докладывать еще свежие помидорчики, и они будут также стоять в холодильнике и просаливаться. Пробуйте, готовьте, и вам этот рецепт обязательно понравится. Приятного всем аппетита!